кому положены дополнительные выплаты в пенсии? Такой вопрос поступил на горячей линии главного управления Минфонда России номер 5. Право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение имеют граждане за особые заслуги перед Родиной. В эту категорию попадают герои Советского Союза, Российской Федерации и социалистического труда, граждане, награжденные орденом святого апостола Андрея Первозванного, орденом Ленина, орденом за заслуги перед Отечеством первой степени, орденом славы и орденом трудовой славы трех степеней, орденом за службу Родине в вооруженных силах СССР трех степеней, а также лауреаты Ленинской премии, государственных премий СССР и Российской Федерации. На дополнительные выплаты к пенсиям также могут рассчитывать чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Сотрудники пенсионного фонда уточняют, если вы одновременно имеете право на получение дополнительного материального обеспечения по нескольким основаниям, то выплаты устанавливаются лишь по одному из них, предусматривающему более высокий размер вне зависимости от количества.